Ленфильм в День российского кино открыл свои секреты. Работники киностудии рассказали, как плести кольчуги, чеканить монеты, а также преподали уроки актерского мастерства. Побывать по другую сторону экрана пришли несколько тысяч человек. Чтобы вместить всех гостей праздника, руководители киностудии «Ленфильм» открыли знаменитый четвертый павильон. Именно здесь 120 лет назад состоялся первый в России киносеанс. А после на этой площадке снималось множество фильмов. Из самых известных «Человек-амфибия» и «Приключения Шерлока Холмса». Гостям киностудии «Ленфильм» выпала уникальная возможность самим записаться в базу актеров. Актером может стать каждый. Образование и опыт, ну, что-то, может быть, образованием можно получить, но в основном все приобретается с опытом. Чем больше снимаешься, тем больше возможностей уже рекомендовать себя на главные роли. Для этого было достаточно заполнить анкету и сфотографироваться. Самым смелым предложили принять участие в кинопробах. Бывает такое, что улыбается удача и действительно подходит человек, и... Да, это становится делом всей жизни, хотя, казалось бы, смотря всегда в другую сторону. Надежды на самом деле даже нет, но если такое будет, то я отказываться не стану. Раскрыли мастера кино также секреты грима и создания реквизита. Желающие могли самостоятельно чеканить монеты и сплести кольчуги, наподобие тех, что использовались в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Есть алюминий. Он более легкий и он более блестящий. Его используют для сценических съемок, когда нужно актерам длительное время находиться на съемке. Металл такой, который весит до 5-6 килограмм, соответственно, на съемках обычно мы не используем. Открыли для фанатов кино также двери в кулуары киностудии и пригласили на показ легендарных и новых картин «Ленфильма». Завершился праздник ночным показом новых работ петербургской студии «Контрибуция» и «Развод по собственному желанию».